После того, как мы изучили операторы сравнения и логические операторы, мы можем приступить к изучению условных операторов. Это операторы if, if-else и else-if. Начнем с оператора if. Для начала я объявил здесь новую переменную и присвоил ей значение 27. Теперь пишем команду if. И в скобках пишем условие. То есть, если a меньше 30, то выводим a меньше 30. То есть данное логическое условие обрабатывается и выводится вот этот фрагмент кода. Сохраним, обновим страничку и видим действительно 27 меньше 30, и данная конструкция работает. Но что же будет, если, допустим, a будет больше 30, то есть, допустим, 31, то нам ничего не выведется. Поэтому есть конструкция else, то есть, если a больше 30, то выведется другой код. То есть, a больше 30. Обновимся и видим 31 больше 30. Также есть еще последняя конструкция, это конструкция else if. Так, else if. И здесь в скобках пишется новое условие. Если, допустим, a больше или равно 50, то выведи a равно a больше или равно 50. Сейчас обновимся, он покажет нам предыдущее условие. И если мы здесь напишем, допустим, 50, то выведется 50 больше или равно 50. Но конструкция else if используется довольно редко, потому что она крайне неудобна. А вот этих двух конструкций будет вполне достаточно. То есть конструкция if без else или конструкция if else.